Эфир нашего телеканала продолжает ежедневная программа «Спортобзор». В студии Александр Шарудило. Здравствуйте. Сегодня говорим о единоборствах, открытии секции самбо в Кыштовке и турнире по вольной борьбе. Самбо уже стал одним из самых популярных видов спорта в Новосибирске и теперь покоряет область. Один из самых отдаленных районов Кыштовский теперь может похвастать современной секцией самбо, открытой при поддержке региональной федерации. От Новосибирска до Кыштовки 600 километров, но даже до одного из самых удаленных районов области наконец-то добрался национальный вид спорта для детей и их родителей. Открытие секции – настоящий праздник. Главное, дети, все должно делаться для детей, мы стараемся для них, тем более, еще раз повторюсь, от нашей удаленности, когда тут развито, это здорово. И родители рады, и бабушки, и дедушки рады. Я думаю, что этим не ограничится, будут еще желающие, кто-то уйдет, кто-то придет, пусть это количество растет. Рады, нам приятно, что наконец-то дошло до нашего района что-то новое. Да. Хоть мы на следующий год заканчиваем школу, но мы планируем дальше ходить и на следующий год, хоть и будет подготовка к экзаменам, но все равно не хочется бросать это дело. Спорткомплекс в Кыштовке построили 4 года назад, но заполнить его качественной спортивной секцией не удавалось. Однако после обращения в Новосибирскую региональную федерацию самбо дело все же сдвинулось с мертвой точки. Новый вид спорта в районе, в нашем муниципальном образовании – это всегда здорово. Шли к этому очень долго. Я считаю, что, конечно, можно было, наверное, быстрее. Но, тем не менее, мы более 2 лет шли к этому, я считаю, успеху, к этой первой ступени. Главной проблемой, естественно, был кадровый вопрос. Федерация помогла найти и устроить тренера-преподавателя, имеющего необходимую подготовку и квалификацию для работы с детьми именно по программе самбо. Мои эмоции даже не передать, потому что для меня это впервые такое масштабное событие. А дальнейший план действий у нас такой, чтобы через год уже как минимум вывести детей на соревнования и уже в будущем растить олимпийских уже чемпионов. Самбо здесь не то, что приживется, а Кыштовка будет, одним из ведущих центров по самбо и будет на чемпионате первенства Новосибирской области большую конкуренцию создавать всем остальным. И я просто уверен, что отсюда будут чемпионы. Открытие секции с воодушевлением восприняли школьники и их родители. Уже сейчас на занятия ходят больше 60 ребят. Подобный пример показывает, что работа федерации по развитию самбо в отдаленных районах востребована и обязательно продолжится. В Новосибирске прошел 3-й открытый турнир по вольной борьбе имени 7-кратного чемпиона мира среди ветеранов Виктора Танких. В этот раз чемпионат объединил спортсменов не только России, но и ближнего зарубежья. За ходом соревнований наблюдала Екатерина Новгородцева. В спортивном комплексе «Заря» не протолкнуться. Кто-то спешит занять места на трибуне, а кого-то совсем скоро ждет выход на ковер. В этом году в рамках турнира имени Виктора Танких борются не только российские спортсмены, но и гости из Казахстана. Всего больше 200 человек. Соревнования проходят при поддержке фонда Дмитрия Башмакова. Турнир – это большая возможность побороться с ребятами на голову выше. Он, конечно, небольшой, но это очень большой вклад в развитие, потому что за один день ребята наберутся опыта, сколько, наверное, 2 недели бы пахали на тренировках. Основная задача фонда – бесплатные занятия по вольной борьбе, а также поддержка воспитанников спортивного комплекса «Заря». Несмотря на то, что соревнования носят статус юношеских, здесь выступают как новички, так и кандидаты в мастера спорта. Цель наша была сделать максимальную конкуренцию для ребят внутри нашего города, чтобы, так сказать, они набирали соревновательного опыта максимально и становились сильнее, быстрее и лучше в своем виде спорта. Дарья Мануил, воспитанница спортивного комплекса «Заря», занимается вольной борьбой уже 6 лет. За это время она стала победительницей множества соревнований. А в этом году в составе сборной России даже взяла золото на первенстве Европы, победив соперницу из Румынии. Сегодня Дарья зритель. Говорит, что в борьбе главное упорно идти к цели и выполнять установки тренера. Но большое значение имеют и условия тренировок. Я хочу поблагодарить тренерский состав, своего, конечно, тренера,
фонд Дмитрия Сергеевича Башмакова за поддержку, за, ну, за то, что они нам очень сильно помогают, все выезды, соревнования, ну, очень большая поддержка, спасибо большое. Победители соревнований помимо медали получат звание мастеров спорта. Для многих турнир может стать отправной точкой в карьере. Это все спортивные новости на сегодня. Не забывайте подписываться на аккаунты нашей программы в Инстаграме и ВКонтакте. И оставайтесь в курсе спортивной жизни региона. С вами был Александр Шарудило. До встречи!